это, наверное, ок, рок-баллада. Ну а нет, так и не надо. Просто песня про моего кумира и настольную его книгу «Роза мира». Песня про Даниила Андреева. Нет на свете мудрее его. Он создал метаисторию, такую вот, братцы, теорию, которая объясняет все то, что на земле бывает. А именно, незаметное глазом и непонятное умом ни разу, что за всем, что мы видим вокруг, ни сейчас, ни вчера и ни вдруг, есть только одна судьба, постоянная в душах борьба между светом и тьмой, между Богом и сатаной. И вот эти вот пружины создают все вокруг режимы тиранические и демократические, временные, ненадолго исторические. А сейчас разуйте глаза, без розы мира понять нельзя, почему в 21 веке будто спятили человеки. Кровь льется рекой и не видит пока.